Наберешь. Сереж, давай, тихо, аккуратненько. Я уберу, поднимем его. Лёх, только аккуратненько надо. Давай попробуем за ручку. Взял ручку? Я нагнусь. Не нашел. Бери ручку. Не нахожу. Давай, посмотри. Да, сейчас. Нашу, я за ручку взялся. Сейчас возьмусь. Взялся? Да. Поднимаем. Тихонечко, ребятки. Так, да, я сначала первый вылез. Первый, один, да. Давай. Опа. Держи. Я держу. За это говорится. И все бумаги в сохране хорошем. Дай бог, чтобы они их прочитали только. Ну, там вроде... Кто будет заниматься? Титков договорился с экспертизой, все там в РУВД или где-то. Под завяз. Обидно. Смотри. Да. Да, с печатями идет. Да. Закрываем, Кирилл? Да, закрываем. Эту мы берем. Накрываем. Да. И пускай так и будет, да, все равно. Благо было. Я думал, быстрее бы приехали. Ну да, мы вчера вот пока готовились, ребята. Ну это сенсация, мужики. Да обалдеть. Да просто. Это я. Серега, оборонись. Надо побольше поснимать-то, я не знаю, что Кирюха нифига это. Ну, там вода щит. Побольше, конечно. Да, давай, давай, подержи. Ва. Ну, пацаны, удачи, конечно, Серега. Это не то, что прикоснуться к такому, это, да, это история. История, великая история. А ты представляешь, что-то пупо, когда начали складывать, было видно, что забрали. И все равно пацаны отдали. Я просто... Серег, ближе туда не надо, чтобы печка дула не надо. Лучше сюда, в уголок назад. Да. Я просто не решился. Думаю, ну возьми, ну краду, ну останется у меня. Я думаю, что это... Вот листаем сейчас мы. Серега умеет. Это, Леш, там он возьми, это самое, со стула сними, Сереге, подвинь. Да щелкну. Что там? Группа кроет по гиптонскому. Ребят, заполнено, ребят. Ну, почетче надо фотку сделать, чтобы осталось. Ну, я вроде так щелкнул. Кирилл, не будешь? Нет. Давай щелкну сейчас. Вот это щелкну, Кирилл. Это самое, Сереж. Как нажал? Можешь обложивать, смотреть. Рвутся, Вов, не надо, рвется, почему? Уже рвется, Вов, рвется, она здесь рвется, 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 Вов. Подкручивать, а, Сереж? Или тебе удобно? Сейчас я тебе зуб. Вот, Сереж. Давайте подвину сюда маленько, Сереж. Я думаю, что вот эти маленькие книжки. Как будет писать? Так, читай еще раз, Володь. Куков Александр Тихонович, по-моему. Красноармеец написано. Ну, то есть, по-моему, красноармеец. Сереж, посмотри. Да. Звание и должность. Красноармеец. Да. А вот здесь написано наименование части. Что написано? Лукин. 55. Нет. 55? Угу. Рота. Рота, что написано первое? А? С печатью, да? Тут видно. Палочку туда, Сереж.
На, там попробуй, Сереж. Я не знаю, конечно, как это потихонечку. Или не трогать. Так, идет, тихонько. Тихонечко. Идем. Идет. Тань, помолчи, Тань, ты помолчи или выйди, Тань, просто. Не надо городить здесь. Да, все остальное. Ну, они доставали. Серега, перезвоню. Перезвоню сейчас, Серега. Шаровары. Рубахи. Карточка вещевые имущества красноармейца. Шаровары ватные, рубахи, рубашка теплая нижняя, кальсоны, полотенце, платок носовой, портянки летние, портянки зимние, перчатки теплые, сапоги. Здесь ботинки. Видно, да? Угу. Угу. Общие сведения. Военно-учетной специальности. Ну. Читков, наверное, тоже Владимир. На бумажке сегодня. Где что? Ты встань как-нибудь сюда. Может, тебе удобно. Сидим. Леша, согласен? Угу.